Здравствуйте, меня зовут Москалева Лариса, город Комсомольск, и я хочу поделиться результатами применения трансфер-фактора. У приятельницы мальчик родился, в общем-то, с патологией почек, недоразвитая почка, не в правильном месте. Ребенок постоянно болел. Мама забеспокоена была в том плане, что идти ребенку в школу, а он постоянно болеет. Ринит, без конца мокрый носовой платок, результаты анализов по состоянию здоровья очень плохие, и они стояли на учете долгое время. Когда начали принимать трансфер-фактор, не сразу наступили хорошие и быстрые результаты, но мама стала замечать, что ребенок стал болеть гораздо меньше, и продолжительность заболевания стала короче, и он не так сложно болел. Все родственники считали, что он действительно какой-то прозрачный мальчик, потому что постоянно проблемы были с носом. И они заметили, что вдруг он стал вполне нормально дышать. Мама проходила анализы вместе с ним, запланированная сдача анализов, раз в год обширная сдача анализов. Вот. В результате ему сказали, что, наверное, снимем с учета. И у него получился диагноз очень хороший, что у него почка развилась до нормальных размеров. И осталась она не в том месте, каком должна, но ребенок с хорошим, в общем-то, состоянием здоровья пошел в первый класс. Первый класс они закончили замечательно, ребенок не болел. И когда нужно было взять справку, то ли в бассейн, но для каких-то целей, маму спросили в регистратуре, как давно вы были? Она говорит, вы знаете, я не помню, я забыла. То есть достаточно быстро, в течение года, получили хороший результат. Они были на учете, сейчас их собираются снять с учета.